Убираем общую массу насадкой в 6 мм, задаем дизайн при помощи обесцвечивающей пудры, покрываем пленкой на зоне скругления 4,5 мм, нож открыт и закрыт, гайдлайн при помощи закрытого ножа, снизу триммер и уже по традиции шейвер. Второй гайдлайн задаем открытым ножом машинки, снизу оставляем довольно увесистую линию. Используем технику stretched fade. 1,5 мм насадка, работаем от закрытого ножа до открытого, поднимаясь по миллиметру вверх. Повторяем технику с насадкой в 3 мм и двигаемся от закрытого до открытого ножа по чуть-чуть вверх. Убираем гайдлайн закрытым ножом и дорабатываем плотность при помощи филировочных ножниц по тонкой части комбинированной расчески. Все техники повторяем с противоположной стороны и выполняем окантовку триммером. Убираем гайдлайн на затылке и прорабатываем плотность филерами на макушке.